Неожиданно выясняется, что есть еще слабые места. В общем, если неправильно извлекать, то вот этот носик ломается. Деталей никаких нет. Ладно. Будем подготавливать 3D-печати. Главное, чтобы он здесь был целый. Интересует вот эта вот улитка. Она здесь тоже треснутая. Всего три самореза. И еще три самореза. Раз. Четыре, вернее. Два. Три. И вот четвертая часть. И это запечатанный, невозвратный, но уже поломан. Так, а как же мне же нужна именно эта часть? Часть именно мне и нужна. Сейчас эту улитку проклеить и все, в принципе. Можно будет отдавать на восстановление на 3D печать. Разваливается прямо в руках.
я думаю, что с этого 3D-модель можно будет сделать более-менее адекватную. Проблемная деталь, которая вечно сыпется и разваливается.